«Красота своими руками». Так называется выставка, которая открылась в Музее народной игрушки. Экспозиция посвящена 30-летию театра «Моды Русь». В 2013 году этот театр получил звание «Лучший детский театр моды России». И здесь представлены работы как среднего подготовительного звена, так и старших ребят. Подготовительное отделение занимается всеми видами декоративного творчества. Это и шитье, ручное, вышивка, вышивка бисером, плетение, аппликация. А старшие девочки уже создают коллекции. Поздравить театр с юбилеем пришел ансамбль русской песни «Забава». Все изделия изготовили педагоги и дети творческого коллектива Центра внешкольной работы «Театр моды Русь». Не обошлось и без работ родителей. Карандашницы и детские игрушки, закладки для книг и дамские сумочки. Но главная ценность – уникальная коллекция народных костюмов. И здесь на выставке представлена у нас коллекция «Душенька», которая создана 3 года назад, но во всех конкурсах, в которых она участвовала, и на всех фестивалях, она занимала только призовые места. Поэтому мы очень гордимся этой коллекцией. Она сшита по всем правилам традиционного русского лоскутного шитья. Но и честно могу сказать, что она является шедевром нашим. Суть лоскутного шитья – складывание различных тканей. Каждое платье индивидуальное. Из 8 костюмов нет 2 одинаковых или похожих. Параллельно с выставкой театра «Моды Русь» открылась выставка 7 Цеповых под названием «Семья всему начало». Цеповы – очень творческая семья. Посетители музея могут увидеть работы Аллы и ее 4 детей. Алла занимается изготовлением кукол из текстильных материалов. Дети вдохновились и тоже стали заниматься различным творчеством. Это сборная выставка. То есть, например, Георгий, он сначала занимался в технике кинусайга, он делал работы из ткани. Потом он перешел в резьбу по дереву, уже стал вырезать. Старшая дочь, у нее много вышивок, потом она уже начала заниматься грунтованным текстилем. Девочки маленькие, они являются моими вдохновителями. Они очень много рисуют. И по их рисункам я тоже создаю игрушки. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.